Людмила Загудкина. Я представляю проект «Дивная Украина», который работает в сфере развития внутреннего туризма в нашей стране. Мы любим Украину, изучаем и прославляем землю, на которой мы живем. Украина удивительная страна, но об этом мало кто знает. На сегодня это проблема отечественного туристического бизнеса. И в нашей области конкретно отсутствует инновационная методология для привлечения туристов, что является проблемой для развития оригинального туристического бизнеса. Именно поэтому нами создается сервис туристической привлекательности Днепровского региона, который откроет для украинцев и иностранных гостей новые места, маршруты, что привлечет дополнительные инвестиции в бюджет города и области. Во внутреннем туризме конкуренция небольшая, но есть. Нами создается современная модель популяризации внутреннего туризма через разработку информационной базы данных, интерактивной карты, виртуальных маршрутов по достопримечательностям края и города. Мы формируем новую культуру отдыха и туризма в Украине, открываем дивные места, разрабатываем уникальные маршруты, привлекаем ученых, краеведов, авторов разных теорий, проводим волонтерские исследования и считаем, что вносим радость познания в жизнь людей. Создаем туры, которыми могут воспользоваться как туристические компании для плановой работы с группами, так и туристы для самостоятельных путешествий. Сейчас проект находится на стадии разработки финансовой модели и составления бизнес-плана. И на сейчас команда проекта состоит из нескольких человек. Это голова нашей общественной организации, мы общественная организация Днепропетрова «Дивная Украина», научный руководитель, психолог, проектный менеджер, краевед, экскурсовод, специалист IT-отрасли. Но мы надеемся на то, что наш проект будет успешно реализован. Все, у меня все, спасибо. Я 2 минуты уложилась, четко. Да, вы нас там слышите? Слышите.